Ты можешь сначала сделать доклад, потом будем сравнивать и возражать. Да. Ну хорошо, попытаюсь. Я хотел поговорить про другую свободу, ну или другую грань той свободы, о которой говорит Булат. Все время упоминает свободу выбора, да, то есть вот у нас есть разные цели в жизни, мы можем стать одними, можем стать другими, можем жизнь свою превратить в такое или другое произведение искусства и выбираем между поприщами, между вот этими проектами, зазывающими нас и так далее. Но есть более глубокий выбор, который мы осуществляем точно так же каждую секунду. Какой-то достаточно банальный на самом деле выбор между существованием и несуществованием. И когда, допустим, каким образом это связано с темой смысла жизни? Да? То есть, когда люди говорят, что смысла жизни нет, то они, как правило... Общего. Да, они как... Ну, нет, они... Как правило, когда люди говорят, смысла жизни нет, они отрицают не содержательность смысла, да, то есть у смысла, что у него есть содержательность, вот есть такой смысл, есть другой, есть третий, вот, есть некая определенность, да, они говорят не то, что нет поприща, на котором есть смысл, по которому есть смысл идти, в сторону которого вещи какие-то, в сторону которых следует стремиться, не знаю, вот, понятия и так далее, вот, а они говорят о том, что, ну, бывает, да, такое, скажем, не всегда, но бывает. Они могут отрицать осмысленность существования как такового. Значит, теперь, чтобы было понятно, да, почему это интересная ситуация. Человек отличается там от камней, там, да, от животных, в общем, тоже, тем, что он не просто существует, как и все, но еще и имеет способность к этому существованию отнестись. То есть ему открыто, ему известно то, что он существует. У него есть как бы знание о своем существовании. Вот там. У него есть разница между существованием и несуществованием. Да, у него есть эта разница, у него есть понимание, что так. Ну, то есть для него слово существовать, оно понятно. Вот. Ну, как, ну, в общем, много непонятно. Друг... Коту. Да. Коту? Непонятно. Коту непонятно. Да, он как бы, ну, мы, по крайней мере, считаем, это не важно, там даже в конце концов, понятно ему или нет, да. Ну, будет ему понятно, у него будет, так сказать, те же проблемы, что и у нас. Вот. Но будем считать сейчас, что непонятно, что он как бы движется по некоторым рельсам вот этого существования. Вот. Или иными словами, что значит, что человек может отнестись к существованию, что он знает его? Это значит, что, вот как говорил Булат, вот он говорил про как раз, ну, тут постоянно будет между Булатом и мной различие, между сущим и бытием, да, вот это вот различие сущего, которое существует, и самого существования. Так вот, Булат говорил, что мы... С развитием христианства человек начинает выпадать из мира. Он становится как бы больше мира. Вот. То есть он как бы в определенность мира не умещается. Я параллельную вещь тоже скажу. Что человек, как бы, поскольку он вот с этим существованием, с бытием, с тем, что он жив, вот, соотносится, понимает это, он на самом деле как бы выпадает и из существования в том смысле. Он как бы существует и не существует. То есть тот, кто движется в существовании, как в реке, тот, кто как бы имманентен миру и как определенности, да, некоторой, вот такой расстановки сил, там, не знаю, еще чего-то, и как вот этому потоку времени существования, тот, кто имманентен этому времени, он как бы не способен к нему отнестись, не способен посмотреть на него со стороны. Человек же, он как бы выступает из времени, выступает из существования, у него как бы есть гипотеза там какая-то, да, несуществование. То есть, в принципе, он может говорить «нет», какое-то отрицание. Вот. Понимаешь, что такое небытие. Да, он каким-то образом, да, пусть как бы отрицание, понимает, что такое небытие. Вот, и может как бы вот выступить, так сказать, занять такую какую-то внешнюю позицию. Вот, и тут очень интересный момент, связанный с тем, что ведь мы все живем, вот, и ищем какие-то вот определенные цели, определенные смыслы жизни. Вот, каждый момент осуществляя выбор в пользу существования. То есть мы вот на как, вот этот фундаментальный маленький вопросик, там, а стоит жить или не стоит, да, без относительно того, как жить, вот можно так, но само по себе существование является ли чем-то более, так сказать, позитивным, да, более предпочтительным, чем несуществование. Вот мы постоянно на этот вопрос отвечаем «да», вот, в большинстве случаев. Как бы все время неосознанно, иногда осознанно, да, то есть это происходит по-разному. Как правило, все-таки неосознанно. Мы постоянно как бы
говорим «да, да, да». Ну, тут немножко можно тоже отступить в сторону, чтобы было понятно, что это все-таки выбор, да? Пусть неосознанный, но выбор, а не что-то такое, там сказать, приданное нам. Ну, вот есть там, допустим, забавные всякие психологические теории, типа теории потребностей, пирамиды потребностей, да, то есть вот там да, описывают, что вот есть какие-то высшие потребности, есть базовые. Более низшие, там и там базовые, вот, и одна потребность вытекает из другой, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И начинает мыслить там человека, исходя из того, что вот он какие-то потребности свои реализует, 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 реализует. Вот. Этот подход, мне кажется, ошибочным в своем основании. В связи с тем, что, вот, ну, что такое потребность? Это когда, это некая как бы отсылка, да, то есть потребность это как вот, у нее такая же структура, как структура знака, вот, которая отсылает к чему-то. Значит, когда нам что-то нужно, нам это что-то нужно для чего-то. У нас есть потребность, допустим, ну не знаю, в книге, для того, чтобы что? Чтобы ее читать и там, не знаю, становиться образованнее. У нас есть потребность становиться образованнее для того, чтобы что? И так далее. Вот и весь мир, как бы, и, точнее, вся наша деятельность, она организуется вот этой системой отсылок, и все они ведут к чему? Спрашивается. Ну, достаточно понятно, к чему, опять же, они ведут. Потому что, если мы посмотрим, ну, допустим, самые базовые потребности. Вот у нас есть, не знаю, потребность там зарабатывать деньги. Зачем? Там, чтобы покупать еду. А зачем нам покупать еду? Зачем? Откуда потребность в еде? А чтобы жить. Да? И вот так или иначе, как бы мы ни шли, да, мы придем к тому, что у нас есть потребность жить. Вот. То есть не потребность, а что все потребности ну, как бы являются потребностями и необходимы именно для того, чтобы жить. Вот. Может быть, как бы, кстати, жить не просто вот жить, да, а жить определенным образом тоже как бы это не что-то простое, но тем не менее. Так вот, важный момент здесь для понимания, это как бы философская мысль сугубо, что вот само это жить не является потребностью. У нас нет такой потребности жить. Нет. И знаешь почему? Потому что любая потребность есть некого рода недостаток, да? Ну, как да. Восполнение недостатка. А что, какой может быть недостаток в жизни? Ты живешь и живешь. Ну, существование нет. Твое, оно не имеет никакого недостатка. Ну, во-первых, в этом смысле. А во-вторых, это как бы то, в плане вот этих отсылок, это та самая, так сказать, низшая базовая ступень, который уже ей не к чему отослать. Не, ну бывает там, бывает как бы такой интересный там кульбиты такие, что вот человеку нужно жить, чтобы там что-то сделать, да, допустим, да. Вот, тоже интересный момент. Вот, но это в свою очередь просто означает, что ему нужно жить определенным образом. Вот, у него как бы есть потребность в том, чтобы жить вот так, а не иначе. Ну, по-разному, да. Но смысл в том, что в любом случае говорить, что у нас есть такая потребность, быть живым, это неправильно. И на самом деле мы все-таки выбираем. Мы как бы, ну, как там Деррида говорит, что первое слово «да» в этом мире, мы всегда как бы говорим, прежде чем уже искать какую-то определенность цели, мы всегда уже говорим «да» вот этому существованию. Мы говорим «да, я хочу жить в мире. Я вообще хочу жить». Вот. Каждую секунду, так сказать, подтверждаем это. Вот. И а дальше начинается интересная игра. Вот, потому что было бы очень просто, если бы вот так вот, вот эта определенность, сущая, с одной стороны, и бытие, с другой стороны, они так как бы расщепились, и там бы стал вопрос просто о содержательности, а здесь бы стал вопрос, а стоит или не стоит существовать. На самом деле не так происходит в жизни. То есть, как правило, скажем, человек начинает отчаиваться, да, в каких-то конкретных определенностях, в каких-то поприщах, да, в каких-то вот смыслах конкретных, да. И вдруг вот это, так сказать, негативное отношение, отшатывание от определенности перекидывается каким-то образом на отношение к существованию как таковому. И напротив, да, когда вот он, допустим, так сказать, отчаялся, смысла не видит, какие-то конкретные определенности могут, так сказать, возвращать смысл именно существования. Вот. И менять отношение вот, к бытию. Вот
такой момент. Ты вот заметил смысл существования. Вот если, во-первых, как бы действительно надо согласиться с тем, что ту точку зрения, которую ты сейчас пытаешься осветить, она на самом деле действительно фундаментальна, как бы и философия, она существует. Да? И, допустим, даже такой недалекий философ, как Альбер Камю, да, говорил, что проблема самоубийства – самая главная проблема для человека. Да? То есть вот тот вопрос, быть или не быть. Да, вот, как или там Гамлет там говорит, быть или не быть. И вообще говоря, как бы эта проблема, да, бытия, она существенна. И вообще само различие даже вот бытия и сущности, да, бытия и сущего, она тоже существенна. Но тут в чем проблема-то основная состоит, да, и возражение? Оно, возражение строится со стороны того, что ты благодаря этому вносишь в понятие смысла жизни, да, в вопрос о смысле жизни, некую онтологию. А когда другие могут эту онтологию не принять, ты, то, что бытие и сущность различны, и то, что их можно друг от друга отличить, да, надо сказать, что на одной стороне дело существования, а на другой стороне определенность, это на самом деле чисто, я бы так сказал, теологическая посылка. Потому что если предположить, да, что бытие не одно, а видов бытия несколько, а именно, можно быть камнем, один вид бытия. Бытие животным – это другой вид бытия. Бытие растениям – третий вид бытия. Бытие человеком – это четвертый вид бытия. Ну, если существует Бог, бытие Богом – это пятый вид бытия. И каждый из этих видов бытия друг от друга чем-то отличается. Он отличается, естественно, неопределенностью, он способом быть отличается. И если это так, на самом деле, то развлечение, если бы способов бытия много, да, если не говорить, что бытие, быть для всех одно и то же. А если бы есть бытие один, бытие два, бытие три, да, вот мы когда говорили о регионировании бытия, да, когда говорили о том, что может быть способов бытия-то много, именно бытия, неопределенности. Так вот, если способов бытия много, то эти способы бытия нельзя отличить от определенности. Различие между бытием и определенностью, да, и тогда теряет всякий смысл, если способов бытия много. Ну, в самом деле, ну, потому что, когда ты говоришь, что ты сам говорил о жизни, да, жизнь – это определенный вид бытия, который касается именно людей и всех живых существ. Но жить, на самом деле, мы не можем сказать о таком способе бытия для камня. Камень не живет. Ну, не можем. Да. Но это я не спорю. Да, и, в том, и поэтому получается, что уже в самом жить существует, на самом деле, нечто такое, само это определенное, которое можно было бы назвать определенностью другого порядка. Ну да, существует. Да. И вот это вот различие, оно ведь есть между разными способами бытия. Есть, согласен. И это значит, на самом деле, что проводить, может быть, неадекватно само различение бытия и существования. Потому что откуда оно взялось? Вот откуда взялось изначально, если так вот думаться, в онтологии и различении бытия и существования? Почему мы вообще можем провести этот разлом? Да, почему мы на самом деле можем все вопросы философские поставить в связи вот с этим различением бытия и существования? Ведь даже вот современные... даже современная философия, допустим, на этом различении построена вся философия Хайдеггера. Я и утверждаю, что это определенного рода онтология. На самом деле, как мне кажется, это можно оставить, такого различия нет. Ну хорошо, вот, пусть даже так, но важно то, что вот эта свобода, про которую ты говорил, она немножко шире, чем то, что ты предлагал. Это не просто свобода выбирать, да, но это и свобода, и это не просто свобода не выбирать, да, как вот у тебя был такой пассивный вариант, когда жизнь ведет тебя куда-то, да, вот, а ты не осуществляешь выбор, но это тоже выбор. Вот. Но это свобода и как бы и негативного выбора бывает. Вот. Как бы и выбора именно не, ну, так сказать, ну, тут не обойтись без. Не, я согласен с тем, что, конечно же, когда мы говорим о выборе, да, то перед выбором определенности, конечно же, существует выбор между быть или не быть, да, вот, между жить или не жить. Ну вот я. Да, наверное, этот выбор более фундаментальный, да, чем выбор определенности. Когда мы говорим о смысле жизни, да, то есть под смыслом всегда понимается некая определенность. То есть как бы считается, предполагается, что этот выбор уже быть, между быть и не быть уже выбран в пользу быть. Потому что на самом деле, потому что если как бы у тебя если ты стоишь вначале еще решаешь вопрос быть или не быть, тебе тогда не нужен смысл. Вопрос о смысле как бы здесь еще не поставлен. Ну,
Тут как бы странная ситуация, потому что в зависимости от того, странная, что смысл жизни, потому ты что, должен выбрать, потому быть что, или не я быть. Я говорю, да, тут как бы получается, что они как-то завязаны друг на друга. Причем, смотри, как странно получается. Если ты... Поэтому я говорю, что различие это нельзя сделать вот так вот, как делает философия. Но, да, но здесь, бытие но здесь и, есть игра, да. И вот, вот эту вот вторую сторону игры, так сказать, ну, вторую полюс, тоже надо иметь в виду. Потому что бывает, что ты как бы... Ты уже какой-то смысл нашел, да, приняв вот эту жизнь, да? Ты уже как бы ее какой-то маленький смысл нашел. У меня возникла метафора. Ну, вот, когда ты говорил, вот, короче, сразу говорю метафору, вы все сразу поймете. Когда человек задает себе вопрос о смысле жизни, он рассматривает, он стоит перед своей жизнью вообще вот так лицом к лицу, как перед чистым листом бумаги. Как бы она ни была исписана уже, сколько бы он ни прожил, но если он ставит себе вопрос о смысле жизни, то он смотрит на свою жизнь как на чистый лист. Он не просто как на чистый лист, а так, как на чистый лист смотрит художник, когда начинает, когда подходит для того, чтобы творить. И вот если он подходит к этому листу, и он видит на нем какой-то проект, он уже что-то вот, он видит уже, что там будет впереди, то для него вопрос о смысле жизни, как бы, сразу на него ответ находится. А если он подходит в таких вот муках творчества и не знает, что там можно вообще нарисовать, вот конкретно сейчас он не может ничего выдумать, что он из себя сотворит, как ты говорил, да? Вот именно в этом смысле, сотворит, как свечу, то тогда вот... На вопрос о смысле жизни он ответить не может, и для него жизнь бессмысленна, и существовать он не хочет. То есть, когда он не видит себя, не видит проект себя, он не может... Ну, да не, ну я тут не согласен, это все-таки стремление, потому что, ну вот бывает, что ты как бы и видишь там и такой проект, и сякой, но ты не хочешь, допустим, рисовать. Понимаешь, ты подходишь к холсту, понимаешь, что рисовать ты не хочешь, вот, и тебе это неинтересно, и ты не видишь в этом смысла. Ну какой смысл вот здесь рисовать? Да, можно нарисовать вот это, можно нарисовать вот то. Вот. А почему-то считается, что, допустим, вот если человеку дано вот эта возможность творить, да, вот, то этого уже достаточно, или стремиться к благу, то этого уже достаточно, чтобы он как бы в себе нашел как бы мотивацию, да, оправдание своей, так сказать, активности к этому стремиться и что-то делать. Вот. Может быть ситуация, когда, да, можно творить, но понимаешь, зачем? Когда ты говоришь про мотивацию и про зачем, а как свобода тогда? Если свобода определяется неким зачем внешним, что же это свобода? Нет, что, почему внешним? Своим зачем? Внутренним. Нет, смотри, смотри. Внутри нет ничего. Что такое, как бы, в чем как бы проблема основной свободы? Что она должна, если она свободна, она не должна быть чем-то обусловлена. Вот, здесь есть лишнее слово. Лишнее слово, за которое ты уцепился. Это зачем? Ну, как бы, Не, я не уцепился. Это вопрос не в этом. Вот, например, мы не держимся за него. Я понимаю, да. Просто вот, допустим, у меня есть внутренние мои побуждения. Быть одним, вторым, третьим, да. И я просто реализую то, что уже у меня есть. Ну, в каком-то отношении я, конечно, их реализую. Я направил свою свободу на то, чтобы реализовать внутренние устремления. Но они, на самом деле, не вполне свободные. То есть я просто им дал свободу, они сами есть, я им дал свободу. Это один способ, да, на самом деле, осуществления. А другой способ осуществления, у тебя даже внутреннего устремления нет. Но почему, по каким-то причинам ты решил, допустим, вот, из ничего вдруг, как Бог творит мир, да, что-то создать. Нету никакой обусловленности, никто не понимает, зачем это нужно. Все, допустим, как бы считают, что это неправильно, что это зря, там, зря трата сил, там, трата времени. А ты зачем ты это делаешь? И ты, может, даже сам не очень понимаешь, зачем. У тебя просто есть какой-то вроде вот план какой-то. Все оправдывается от цели, да, цель осмысляет все. Не так, что у тебя есть внутреннее движение, и это внутреннее движение осмысляет цель. То есть оправдывает цель. Ну, а наоборот, цель оправдывает твое проблема движение. Я так все хочу сказать, что проблема в том, что всякая цель, она лежит как бы вот в этом мире, в этом, она лежит в бытии. Да. А как бы когда отрицается вот бытие, все отрицается, и она в том числе. Вот непонятно, как она может, как бы, лежа в мире, изнутри мира, да, человека, который из него выступил, да, который как бы отрешен от него. Ну, я не знаю, там вот есть там какой-то этот «Война и мир», там этот Андрей, да, этот князь, когда там после ранения он что-то там лежал, ему там «Алло», вот, а он уже где-то там, понимаешь? Ему, он видел небо. Вот, ну, да, после того, как он уже небо видел, он что-то там лежал, болел, Наташа ему, понимаешь, что любимый, «Алло», вот, князь. Вот, а он как бы уже, это стеклянные глаза, он уже, так сказать, где-то, вот, не здесь. Вот, что это такое, да, то есть, ну, давай, живи, так сказать,
борись там, я не знаю еще, а он уже не хочет. Почему? Вот как так может быть? Ну вот. Потому что у нас есть абсолютная свобода, мы можем... И абсолютная свобода, почему я Камю считал, что самоубийство важный вопрос? Ну, потому что у нас есть абсолютная свобода отказаться от жизни, отказаться. Это абсолютная свобода, да? То есть мы как бы не распоряжаемся начать жизнь, но у нас есть возможность ее закончить. Вот прямо сейчас взять и закончить. Это абсолютная свобода. Вот, то есть у нас есть, как бы, скажем так, половина абсолютной свободы. Мы не можем ничего как бы начать с абсолютной, потому что всякие наши начинания, оно и будет иметь уже предварительный некий старт. Так вот, а теперь я могу это... Но есть абсолютное завершение. А теперь я могу как бы что-то позитивное попытаться сказать. Так вот, может быть, вот эти вот цели, определенные цели, да, в жизни, такую жизнь прожить или сякую, такое произведение искусства создать или не произведение искусства, следует... Где-то какое-то предложение, да? Следует выбирать, вот, или следует ставить перед собой, с учетом того, чтобы на этом пути не утратить интереса к жизни, вот к этой как таковой. То есть, чтобы они как бы не подогревали интерес жить. Вот, чтобы они как понятно, бы стимулировали. Понятно, что самого себя немножко обманывать, чтобы... Ну, не обманывать, да? То есть, есть как бы... Стимулировать чему? Говоря, вот много разных путей, но есть пути... на которых вот эта можно интенсивность желания да. жить, да, сломаться, или там, я не знаю, или охладиться там, как бы, ну, то есть, можно поставить, вот можно даже действительно, как ты, без всяких внутренних устремлений поставить себе цель, идти к ней, и можно ее достичь, да, вот, и ты как бы, вот, вроде как бы осуществляешь некий смысл жизни, да, но при этом ты вот этот смысл существовать можешь потерять. В какой-то момент ты начинаешь думать, а зачем, и как бы все это происходит. Ну да, как бы я стремлюсь к цели, все прекрасно, я ее достигну. Вот. Но вообще, зачем мы тут все существуем? Вот это все движется, растут там, не знаю, города, вот люди Антош, там и так далее. Антош, ну а как у тебя получается из вот этих всех поприщ есть некие привилегированные, ну, привилегированные, условно говоря, то есть которые тебя не лишат дальнейшего смысла существования? Ну, непонятно. Ну, если все-таки, если... Как Булат правильно говорит, и я ведь тоже как бы, когда говорил об этом, упомянул, что все-таки вот один вопрос с другим как-то связан, и они друг на друга влияют. То есть они как-то вот так замешаны, есть какая-то игра. Поэтому нельзя сказать, какие, да, но все-таки есть, так сказать, более горячие, там, не знаю, более холодные. Есть, которые что-то взращивают в тебе, вот этот, так сказать, интерес. Причем... Он как бы очень стойкий, на самом деле, вот это наше желание жить, да, наш положительный ответ на вопрос о том, стоит существовать или нет. Он очень стойкий, вот. но при этом и очень хрупкий. То есть, вот непонятно как. Ну, потому что, знаешь, вот если как вот опять наше развлечение вернуться к развлечению сущности естественной, да, и сущности искусственной, то ведь мы на самом деле состоим из той, и из другой. У нас есть естественное, естество у нас есть, да, которая на самом естество, деле да, она хочет жить да, естественным да, образом, да. У нее есть свои устремления. А есть некая надстройка, да, вот в виде личности, которую мы надстраиваем на этой сущности, она уже искусственного построения. Но если вот эта искусственная настройка слишком сильно будет давить на вот эту естественную базу, да, то может так случиться сильно, что просто база, ну как бы может так отрыв случиться от базы, да, совершенно там. То есть человек просто потеряется, да, человек сломается и прочее. То есть должна быть какая-то вот все-таки гармония между вот тем, что ты надстраиваешь. То есть у тебя есть фундамент, естественное основание, да? Это твое естественное. На базе кота. На базе твоих возможностей, допустим. Вот ты умеешь одно, умеешь второе, умеешь третье. У тебя есть конкретные возможности. У каждого человека они свои. И надо на базе вот этих возможностей уже строить свое здание. И оно должно быть именно так соответствовать этому основанию, да, естественному. Конечно же, здесь должна быть какая-то гармония. А не так, что... Допустим, человек реально не может быть спортсменом, да, он больной, там, кривой, косой и прочее, там, да, а он тем не менее, а вот хочу я быть спортсменом, да, но боюсь, что там это ничего, из этого ничего не получится. То есть тут вопрос всегда такой, что ты должен соизмерять свои возможности и смотреть, допустим, ведь в зависимости от возраста, в зависимости от состояния здоровья, в зависимости от состояния, там, прочих других вещей, да, вот этой биологической нашей основы, мы можем что-то осуществить или не можем. Сам, допустим, становясь более все старыми, у нас, допустим, на эти возможности биологические, да, становится меньше. Да. Мы должны с этим считаться. Да. То есть здесь действительно, это я говорю, что здесь
понятие хозяйственности есть. Да? Вот, и вот человек хозяин своей жизни. И он должен ей распорядиться. Он должен знать, на самом деле, что у него уже есть, что наработано, что имеется, куда направить. Вот как вот, как буквально как маленькая фирма. Да? Вот в маленькой фирме ты перемещаешь определенного рода свои возможности в определенном направлении. Стратегия. Вот, да, стратегия какая-то. Есть тактика, есть стратегия. Я уже об этом говорил. Что направил усилия мы немного вот сюда, немного усилий сюда направил. Должна быть разведка, да? На самом деле, ведь может случиться, что ты ставишь какую-то цель, на самом деле, а горизонта не видишь. Ты раз туда пошел по этой цели, немножко попробовал, как это бывает, там, допустим, решил монахом стать. Решил, сначала поехал в монастырь, там, пожил 10 дней, там, попробовал, понимаешь? То есть надо разведку делать. Нельзя вот так вот с омутом сразу раз и все. Потом, а потом не можешь нести, на себя положил какие-то там ограничения, а не нести не можешь, не скинуть, да, и что делать? Интересно, этим? Да. Я вот придумал, подумала, как вот так в розетку сходить? Это что, чужого ребенка, что ли, взять? Да. Посмотреть, да? Как вот с этим быть? На самом деле, есть по есть этому... необратимый. Есть по этому поводу смешный фильм, называется «Ребенок на прокат». Там родители действительно решили ребенка завести, и рассмотрят в газете, на прокат можно взять. А там просто... Там откуда на прокат-то взялось? Просто человек всю жизнь занимался прокатом. Ему доверили детей, и он... Недолго думая, у него совместилось две идеи проката и детей. Да? Он взял и решил кому-то на прокат детей дать. Ну, все качается там хорошо, но сам факт, что как... сам факт состоит в том, что мы должны пробовать. Что у нас есть некие внутренние возможности и некие внутренние устремления, но мы должны пробовать разные. Потому что у нас могут раскрыться некоторые стороны, которые мы не знаем. Потому что мы привыкли, допустим, жить вот в определенной среде и только развивать какую-то одну сторону. Вот, например, школа. Что она делает? Она же фактически... Одни стороны просто гасит и всячески уничтожает и искореняет, а другие стороны, которые, может, тебе неинтересно, развивают. В этом человек такой урод выходит, у него самое, что у него главное в жизни есть, у него все задавлено, там, а какое-то там искусственное наращено зачем, там, она ему неинтересна. Там, химию он изучил, биологию он изучил, там, географию, зачем это ему 100 лет нужно? Ну, вообще, может быть, все жить на протяжении жизни это никогда ничего не потребуется. А у него это наращено, и зачем? А какие-нибудь другие вещи, где, допустим, там... Там, любовь к живописи, к поэзии. Становится потом нормально. Но я понимаю, но это же, нет, каждый раз школа уродует. Через 5. Фактически, на самом деле, школа всегда уродует. Школа всегда делает, спрямляет. Не согласен? Нет, школа, смотри, как делает, как солдатов делает. Знаешь, она все по одному росту. Знаешь, там есть мультфильм какой-то, там солдатики идут разного роста. И пресс такой, короче, сверху ударяет, короче, и делает одного роста. Дальше, чтобы они были все одинаковые. У меня не было такой проблемы. Нет, может быть... Вылезал, да? Выскочили, да. Нет. Это не обязательно является проблемой. Не обязательно. Ну просто есть проблема, связанная с тем, что мы выбирать начинаем поздно. То есть мы на всю жизнь за нас выбирают. Сначала выбирают родители, да, там. Во-первых, за нас выбирают случаи, конечно, всегда. То есть так уж устроен мир, да, что на самом деле. Что мы родились в определенной семье, в определенной стране, в определенных обстоятельствах. Да, вот случай за нас много что выбрал уже. И мы уже предопределены этими возможностями, да, ограничены. Дальше Бог. Ну что Бог? Бог, тут еще вопрос, есть ли Бог. Может его нет, и тогда... Нет. А может он есть, это же опять антология. Вот смотрите, а еще как момент. Мы же хотим без антологии, хотим подойти к этому максимально... Как бы вот исходя из феноменологии. Вот в чем разница? Вот антология навязывает некую структуру, а феноменология только показывает возможности. Да? Вот тоже как бы вопрос о том, стоит жить, не стоит, насколько это, вот, как я люблю говорить, интересно или скучно. Вот ребенок, да, вот большинство детей там в каком-то самом маленьком возрасте, да и потом, им все время интересно все. У них как бы вопрос да. Совсем не стоит. Им все интересно, интересно, они познают мир. Да? Мир прекрасен. Да. Поэтому детство обычно у всех такое воспоминание, это как о самом счастливом времени. Вот. А что с возрастом? Ну, во-первых, как бы рутина, там, то все. А в старости, там, бывают люди, что в старости просто им уже как бы вот, ну, и просто скучно, им уже надоело жить, да? Ну, бывает даже такое, да? Ну, как, ну, уже надоело, все одно и то же, да? Вот. Даже столько возможностей да, есть, да? Да, и возможности есть. Но он там понимает, вот как мой дедушка, да, говорит, он, я помню, там, я на даче слушал Цоя, вот, мне девушка говорит, ну что я здесь нового узнаю, да? Ну, то есть, даже если он узнает что-то новое, он уже знает, что это такое узнавать что-то новое, понимаете? Вот, он уже и это знает, вот. Человек уже знает, что такое добиться цели и получить этот смысл, допустим, да? Он уже это знает, и он думает, а как бы, а надо мне вот сейчас вот добиваться цели и получать этот смысл, вот, если я и так уже знаю, что это такое.
Так а что, значит, часто бывает так, что взрослого человека спрашиваешь, а он не знает, что смысл. Или у него примитивный смысл. Смысл состоит в том, чтобы продолжать род. То есть, как бы, человек просто скатывается к самому примитивному, первому, возможно, попавшемуся, как бы, попавшемуся смыслу. Большинство... Мы не говорим о таких случаях. Так нет, как раз я думаю, что большинство-то и не знает, ну, как бы, и не ставит себе такой вопрос. У них есть вот это желание жить, как бы, некая инерция, да? Вот эта вот природная инерция существования, которое в нас всех есть, как животных, да? А вопрос... А смысле он так как таково не стоит. Вот, ну и действительно какие-то вот эти программы, схемы их куда-то двигают. Вот знаешь, меня что-то как-то странно немножко второй раз уже бьет уже по уху. Ты говоришь, желание жить. Да. Мне вот это странная вещь, на самом деле. Я, например, такого желания у меня нет. Да и есть оно у тебя. Не, ну я не понимаю, что это такое, понимаешь? Во-первых, тут слово желание. Мне кажется, ты не понимаешь, потому что ты не терял его. Нет, желание, видишь, в чем-то всегда. Вот все желание как-то. Тут два же смысла понятия желания. Ну, здесь желание связано с недостатком. Нельзя же сказать, что жизнь... это свободное, как бы. В смысле, да, там это... какого-нибудь Делеза. Там, да, в смысле избытка. Не избытка. Машина желания, да. Вот. Ну, в смысле свободного, все равно, свободного. Какой бы оно ни было свободное, все равно желание – это как бы желание другого. Понимаешь, жизнь, она как бы должна быть самоценной. Что там, как это желать жить? Это как будто бы желать чего-то другого, а не того, что есть. У меня нет желания жить в том смысле, что... Желание продолжать жизнь. Это тебя устраивает? Ведь продолжение-то еще нет. Нет, так а в том смысле состоит, что желать продолжать, это опять же... Ну, продолжать то же самое, можно так сказать. Желать продолжать то же самое. Я бы сказал есть. Так, что мы не можем все-таки к жизни, наверное, отнестись вот совсем уж так отстраненно. И даже относясь к жизни, то это опять же некая жизнь. Вот ты сидишь и пытаешься к жизни отнестись. Это другая просто жизнь, жизнь отношения с самим собой. Опять же жизнь. И всякий раз жизнь, она будет стоять как бы вовне. И всякий раз она будет нечто, что будет не охвачено вот твоим этим отношением. То есть ты относишься к жизни, но жизнь, ну, относишься к этому с помощью своей жизни. И это тоже не отношение к своей жизни, это тоже некая жизнь. Ну вот как вот я говорил, не алиби в бытии, да, что всегда жизнь, есть нечто такое, что будем ли мы ее осмыслять или не будем ее осмыслять, она все равно истратится, да, время все равно пройдет. Да вот нам дан срок, скажем, 80 лет. И как бы мы, что бы мы ни делали, делали бы много или делали бы мало, мы все равно, вот, в буквальном смысле, каждую секунду, так как песок, из-под пальцев у нас все это утекает куда-то. Нет, ну ты тоже навязываешь людям. Ты тоже навязываешь людям, допустим, вот этот самый смысл, да? Почему? Не смысл навязывать. Нет, нет, это, нет, ты это факт. Нет, 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 подожди. Ты навязываешь вот какую вещь. Ты говоришь, допустим, что даже если человек не думает о смысле и, допустим, не ищет его, все равно какой-то смысл у него есть. Говоришь ты, как-то так вот. Не только вот. Так. И это нет. Я тоже говорю, но я прежде всего я говорю, что несмотря на то, что живешь ты осмысленно или неосмысленно, ты все равно живешь. То есть жизнь ты все равно тратишь, хочешь ты этого или не хочешь. Потому что жизнь так устроена на самом деле, что она есть исключительно всегда трата. Жизнь сама по себе есть трата. Это понятно. Да, и, в этой, и мы живем это в этой трате. Жизнь, это просто существование, ты существуешь независимо от того. Делаешь что-то или не делаешь, ты просто существуешь. Все, ну понятно, но ты когда говоришь просто существуешь, тут в слове существования вот есть такой момент, как бы, что все существует, как бы, и ты существуешь, и все как бы уравнено. А когда ты говоришь жить, то в жизни существует все-таки конечность жизни. Да? Мы понимаем, что жизнь нечто, что заканчивается. Ну, конечность жизни, тут-то не принципиально. Ты существуешь, вопрос только заключается в том, как ты это существование реализуешь, скажем так. Ну смотри, вот тут факт какой. Ты существуешь как камень. Не смотри, единственное, что от камня отличаешься тем, что ты можешь каким-то образом свое существование там, осознавать, соотносить с другими существованиями, там, существованием других людей и так далее. Я бы, знаешь, как к этому подошел, смотри. Вот можно было бы сделать так, можно было выйти из жизни, подумать, допустим, сколько-то времени, да, как надо жить, а потом опять войти в жизнь и начать ее осуществлять. Так ну, вот, так, как смерть. Так вот, нет, так такой возможности у нас нет. Вот я о чем и говорю. Что у нас нет возможности подумать о жизни. Потому что думая о жизни, мы тоже все равно живем. Нет, ну это не так. Все-таки как раз есть. Это парадокс, что она есть. Нет, ну, понятно, но... что когда... Понимаешь, в чем состоит проблема всякой философии, да? Ну, допустим, человека, который пытается осмыслить жизнь. В чем проблема состоит? Проблема состоит в том, что эту вещь, это можно сделать всю жизнь. Всю жизнь можно заниматься тем, только что осмыслять жизнь и искать смысл жизни. Потому что искать смысл жизни – это тоже определенного рода жизнь. Просто она другая, она отличается от жизни там,
того, кто не ищет там смысла жизни, да, там, да. Это не, ну, тебя, то есть, принципиально одно и то же. Ты просто существуешь. Независимо от суть вопроса состоит в том, что вот тут никогда, я говорю, не алиби в бытии, это имеется в виду, что мы не можем из жизни себя изъять, а потом обратно туда войти. Что жизнь так устроена странно, да, что как бы вот когда я говорю про трату, например, как я это чувствую? Я чувствую так, что моя жизнь утекает из-под пальцев, и мне надо вот пока, я владею только каким-то вот остатком, да? И мне нужно успеть распорядиться на остатком. Откуда вот это вот надо-то возникает? Вот это интересно, понимаешь? Ну, потому что это, вот это и есть желание. Это как жадность, скорее, вот, жадность. Вот, вот есть, да. Так это не желание, это жадность. Ну, жадность какая-то. Состоящая в том, что моя жизнь, например, 80 лет, и у меня каждую секунду, она все меньше, ну, меньше, то, меньше. Ну, хорошо, хорошо. Хорошо, пусть не желание жить, пусть я скажу так, значимость жизни. Вот есть как бы вот такое понятие, как значимость, да? Вот. Что можно? Вот это значимо. Вот. Для кого-то это значимо, вот эти вот года, там, минуты, вот это время, вот это существование, которое на что-то... Так это нужно. Все наше богатство. Вот, как да. Мы можем распределить? А для... есть люди, для которых незначимо. Вот они лежат там, не знаю, где-то в больницах, понимаете, там, психиатрических. Есть такие, которые как бы с отвращением просыпаются каждый день. Они не знают, вот. Что они умрут. Не, ну, а есть, знают, есть, да нет. Ну ладно, это больные люди, больных вот, вот. Люди отдельно. Нет, но есть здоровые нет. люди, которым это не ну, значит. Да. Но это же как бы это тоже как бы интересная болезнь, потому что она, это же как бы нарушение, ну, есть как бы всякие там психологические нарушения, да, есть там химические, но здесь же как бы и, ну, как бы и онтология как-то движется, и как-то вот, и, ну, то есть какое-то отношение к миру меняется. Ну, то есть, что-то здесь существенное есть. Философское какое-то есть здесь. Что-то. Не, ну, конечно же, есть. Я же говорил, что у нас есть абсолютный выбор, да, мы можем в любую секунду свою жизнь закончить. Все-таки, это же, да, в отличие от всех других поступков, которые можем совершить, там, они, все другие поступки конечные, они локальные. А здесь, вот представляете, абсолютный поступок. Ты можешь взять и уничтожить весь мир, да, вместе с собой. Ну, то есть, что значит уничтожить весь мир? Я имею в виду, себя уничтожает, ты уничтожаешь весь мир. Для тебя это все кончается, да, все исчезает, и все. И это же абсолютный поступок. И, может быть, у некоторых просто есть, как ты говоришь, желание совершить такой абсолютный поступок. Ну, при Достоевского, там вот персонаж есть такой, Бесок, да, там, где он как раз считает... Кириллов. Он считает, что единственный поступок, который человек может сделать, это настоящий. То есть, например, Христос, как Бога человек, совершил поступок, он оправдал весь мир, спас. А человек может ответить только тем способом, что он может стать человека Богом. Да? То есть он может свою жизнь прекратить. Тем самым как бы показать на самом деле, что вот он тоже может совершить абсолютный поступок. Просто все остальные поступки, все они все равно будут конечные. Ну что ты можешь сделать? Ну маленькие, что-то будут цели осуществить там, что-то сделать с тобой там. Да? Это все как бы мизерно, да, по сравнению с этим абсолютным поступком. Ты заберешь и весь мир как бы уничтожаешь. То есть в этом есть на самом деле, как ты говоришь, онтология, да, и как говорю, Камю этим занимался, для него это проблема была огромная, самоубийство. Потому что это не просто проблема психологическая, это проблема на самом деле онтологическая. И ты сам об этом говоришь, жить или не жить, да, как бы. Тут много можешь что усмотреть. И вообще говоря, религия ведь недаром запрещает самоубийство, потому что они видят, что это на самом деле сильный ответ. Самоубийство — это сильный ответ. Потому что он абсолютный. Потому что ничего ты другого абсолютно в жизни сделать не можешь. А если ты человек жаждал абсолютного, то единственный поступок абсолютный, который мы можем совершить. Но, на самом деле, я-то не призываю ни к какому самоубийству, как бы. И вообще говоря, да. Получается, что призываю. Это опасный разговор. Я знаю, я опасную тему понял. Да. Табуированную, да. Да, ты, потому что, если вдуматься, говорю, у меня, например, ты говоришь, значимость жизни. Иногда значимость жизни тоже колеблется. Потому что иногда кажется, что вот, осуществляя некий цель, да, как бы ты все равно всегда остаешься в каких-то вот, ну как-то то, что ты можешь достигнуть, да, или то, что ты уже достиг, тебе кажется мизерно. Да, как бы, все равно вот это усилия все твои, которые ты тратишь, они неудовлетворительны. Да, ну что там, ну усилия ты там достигаешь какой-то там локальной славы, там, какой-то там, какого-то доброго имени. Все это локально. Понимаешь, просто когда ты, являясь, ну, в своем мире Богом, да, когда ты достигаешь какие-то вот такие мизерные цели, да, и ты кажется, что они проще ли как бы вот совершить один акт уже, да, абсолютно, да, в котором уже все покроет. И все. То есть такое бывает, на самом деле, да, время от времени. Ну, просто тут сразу возникает страх, да, там, и прочее, прочее. В общем, жизнь устроена сложно. И всегда есть такая мысль, потому что
мы же не знаем, где найдем, где потеряем, да. Сразу ты сейчас завершишь все, а может быть какие-то новые возможности откроются, может быть горизонты как-то по-другому распахнутся, понимаешь? Сейчас, допустим, в каком-то отчаянии находишься, ты этого не видишь. Допустим, я, например, вижу определенного рода предел философии, да, я вижу, что философия на самом деле это нечто, как бы какая-то своего рода игра, да, обманка. То есть люди туда втягиваются, там двигаются, а на самом деле в итоге там такой, как шар такой пустой, там, ну, когда ты все, что там только есть, уже ну, исследовал, тебе просто неинтересно, ну, что ты делаешь. Представляешь, допустим, есть, условно говоря, 100 мыслей, да, которые можно исследовать. Ты прошел все 100 мыслей, а дальше что? А дальше ничего нет, говорят, что это конец, все. И когда ты достигаешь такого исчерпанности, да, возникает вот своего рода такое бессилие. Да, зачем это было нужно? Там, потратить на столько усилий для того, чтобы достигнуть вот этой пустоты. Надо было играть больше в компьютерные игры, они учат этому удовольствию, когда ты прошел, вот, раскачал персонажа какого-то, все проходил, 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 прошел, и вдруг понимаешь, что он бессмысленен, что ничего, как бы, вот все, он исчез, вот, все пройдено, да. Начинаешь новую игру. Да, как бы, и ничего не осталось. Сумеет начать новую игру. Знаешь, что тут разница стоит, то, что все-таки... Когда ты сам себя строишь, да, и когда ты видишь, что что-то, то, что ты построил, возможно, как бы надо было по-другому строить, жизнь-то невозможно изменить. Не потратил ресурсы, там просто и там интересно же, что, вот, еще раз, это надо вот понять. Ну, вот, допустим, ты проходишь игру, и там есть энное количество этапов, да, и каждый из них обычно сложнее, чем предыдущий, там как-то вот нарастает сложность, там больше, там, так сказать... сопротивление тебя, так и так далее. И поэтому ты в процессе этой игры думаешь, как бы получше развить, там, не знаю, персонажа или там какой-нибудь город, еще что-нибудь, да, чтобы потом, вот, было легче проходить дальше. Потом ты развиваешь его еще лучше, чтобы потом еще легче проходить, и так далее. Ты как бы все время откладываешь на будущее, то есть все время смысл твоих текущих действий в том, чтобы в будущем, да, вот, и вот я говорю, и вдруг, когда ты доходишь до какого-нибудь финального босса, и оказывается, что все было очень легко, вот, и вот он остается и исчезает. Вот тут вот этого будущего нет, и ты переживаешь экзистенциальное переживание. Твое будущее превращается в настоящее. На самом деле, если вдуматься, люди, которые всю жизнь посвящают зарабатыванию денег, они точно так же, как ты. Такой же, да. Вот это та же самая. Такой же, да. Они говорят, что я заработаю денег, мне будет легче жить в будущем. А когда уже в будущем они определенный капитал уже нажили, они думают, ну этого как бы мало, я еще больше заработаю, а еще легче мне будет в будущем жить. Потом наступает это будущее, как в Евангелии это написано, да? А потом говорят, ты победил все. Не, получил. Человек получил большой урожай, набил себе там полные амбары, да, там, и теперь говоришь, ну что теперь? Теперь можно всю жизнь типа гуляй, душа и пей, так тебе ничего не надо. И тут инфаркт миокарда, да. Он говорит, это несчастный. Это сегодня же ночью заберу жизнь твою. Ну и зачем всю жизнь тогда работал? Всю жизнь как бы человек какой-то одной. А зал славы есть там? Зал славы. Есть зал славы, все есть. Он заработал. Если вдуматься на самом деле, вся наша жизнь это экономика. Экономика в самом широком смысле. Мы на самом деле занимаемся самим собой, должны, по идее. В том смысле, как существует сейчас истина, мы должны заниматься самим собой как проектом, да, вкладываться в свою жизнь, как бы, свои усилия. Кто-то это понимает способ, что заработать деньги, а потом типа все купим там. Типа, да, ну так не все можно купить. Способность. Это не такая психология у них. Я думаю, что у них как раз психология заключается в том, что они задача построения будущего. Не в том, что он, так сказать, ну, то есть, заработает денег, а в том, что. Между передать детям строит, своим деньги. Неважно, он просто строит будущее. Ну как будущее? Меняет мир путем, так сказать, своей деятельности, там, зарабатывания денег, там, создания чего-то. И никто же не откладывает в кубышку эти деньги и бережет их, они их тратят. Не, понимаю. Они создают просто будущее. Нет, деньги нам дают некие новые возможности открывать. Да. Просто фактически воплощенные. Ну, это уже второй момент, что они дают возможность. А люди просто зарабатывают не потому, что они... деньги откладывают, вот у меня там ящик, 2-3-5 ящиков. Не просто потому, что они делают. Да, я понимаю. Я же не на таком зрительном уровне хотел, естественно, высказаться. Конечно же, не так. Не деньги же самоцель. Самоцель не деньги. Естественно, деньги просто живут. Для них смысл жизни это построение за это будущего. Нет, построение. Здесь есть бесконечное отсрочивание. Жизнь наша конечная, ты бесконечно отсрочивай. Раньше. Отсрочиваешь что?
свою жизнь на будущее. Почему? Почему? Ну, нет, он откладываешь... живет. Нет, он живет сейчас, он не откладывает ничего. Ну, это... Да, а при чем есть будущее, если он ничего не откладывает? Да, он не откладывает в том смысле, что он не считает, что там, завтра он там, сделает что-то такое, вот, поработав сегодня. Он работает сегодня, а завтра получится то, что получится завтра. Не откладывает на завтра. Ну, вот это и говоришь, что ты бизнесменом не был, поэтому такое говоришь. А бизнесмены не так рассуждают. А бизнесмены рассуждают тем способом, что на сегодняшние деньги вложить в бизнес. Потому что они принесут еще больше денег. И тем самым рост денег будет быстрее. Чем если сейчас ты их потратишь, а... Нет, это понятно. Я не к тому. Я к тому, что жизнь существования, она заключается как раз вот в этом движении. Откладывание денег? Зарабатывание, да. То есть, нет, не зарабатывание денег, по осуществлению некоторой деятельности. Но они отсрочены. Почему они отсрочены? Я же сейчас это делаю, а не завтра. Ну правильно, ты это делаешь ради будущего. Смысл был, что ты никогда их не потратишь. Да. Вот, ты как бы будешь наращивать автомобиль. Понятное дело, что я их никогда не потрачу. Не стоит задача их потратить у него. Нет, смотри, вот в чем состоит смысл жизни, когда говорят... Ты время перевел в деньги, а деньги перевел в еще больше деньги. Да, вот все. И что? Ну, так это не важно. Это не значит, что я живу тем, чего не будет. Оно есть уже сейчас для меня. Да понятно. От того, что я вкладываю все больше денег, получаю больше и вкладываю снова больше, для меня жизнь не становится другой. Для меня жизнь не в будущем, она вот сейчас для меня. Да, жизнь я не откладываю куда-то. Жизнь на всегда будущее. Сейчас, мы же об этом начинали с того. Жизнь всегда сейчас, независимо ни от чего. Так а где тут откладывание-то? Вопрос состоит в том, можешь ли ты распорядиться этим своим это сейчас, и как бы направляя определенного рода из будущего свое сейчас. Тут можно так сказать, как раз смысл, которым ты руководствуешься сейчас. Своей деятельности, он лежит в будущем. Да. Вот этого бизнесмена. Он сейчас как бы делает это, вот вкладывает эти деньги, чтобы потом их стало больше. Он сейчас делает это, чтобы потом что-то еще. В этом нет ничего плохого. Просто нет. И в этом смысле он как бы откладывает что-то. В этом нет ничего плохого, потому что это может быть, например, каким-то этапом, да, накопления там чего-нибудь, там, да, какого-то преодоления, чего-нибудь. Допустим, человек накапливает возможности, да, вот, ресурсы накапливает, чтобы потом их как реализовать. Да, я понимаю, он же понимает, что завтра он может сегодня умереть и завтра этого не реализует. Вот он не очень понимает. Я думаю, что как раз понимает. Мы все это понимаем. От того, что завтра у меня будет много возможностей, но я умру сегодня, это не останавливает меня от этой деятельности. Надо избежать простых как бы ответов. Это, все простые ответы, они ложные. Да. Никто не думает о том, что человек, который зарабатывает деньги, что он типа зря тратит свою жизнь. Я не говорю, что зря тратит. Такая никто не думает, что на самом деле он не живет. Дело не в этом состоит. Дело просто состоит в том, что есть это только количественный аспект. Количественный аспект важен, конечно, но есть куча очень много других аспектов. Мы, допустим, если ты тратишь свою жизнь на какой-то количественный аспект, допустим, на накапливание денег, для того, чтобы накопить определенное энное количество ресурсов, купить машину, квартиру и прочее, то тем не менее, как бы, в процессе вот этого количественного накопления ты потерял много чего другого. Многие другие возможности не реализовались. Может быть, здоровье потерял. Может, здоровье потерял. Да. Может быть, упустил время, молодость. Ты всегда что-то выбираешь, ты мне откидываешь что-то другое. Вот об этом и говорится. Другого не существует, ты не можешь сделать все вместе сразу. Это только Бог может. В этом и состоит ответственность за жизнь. Конечно, ты как раз вышел на тот путь, что мы ответственны за каждую свою секунду. Куда мы ее направляем в свою жизнь, мы за это ответственны. И если мы выбираем... В чем ответственность, не совсем понятно. Что ты можешь одно выбрать, Чтобы не ты всегда выбираешь одно, мучительно больно за бесцельно прошлое. Так это не важно, все равно, в любом случае, ты выберешь что-то. И что ты не выбрал, ты всегда будешь сожалеть о том, что ты не выбрал. Нет, почему? Не обязательно. Можно... Всегда. И кому-то мучительно больно, кому-то нет. Кому не мучительно больно, он просто этого не осознает. Да? То всем должно быть мучительно больно. По идее, у тебя всегда получается, ты всегда ограничен. Нет, ограничен, еще раз говорю, мы это изначально, это посылка феноменологическая состоит. Да, я понял, я имею в виду, что ограниченность в том смысле, что ты что бы ты ни делал, ты всегда выбираешь, откидывая все остальное, и никогда не сделаешь этого остального. Нет. Но есть люди, которые, прожив жизнь, не успеешь самим себе жизнь, искренне могут сказать, так, я как бы хорошую жизнь прожил, я доволен. Да. Давайте не сваливаться в болтовню, потому что это начинается болтовня. Вопрос, конечно же, состоит в том, что ты всегда выбираешь и жертвуешь какими-то другими возможностями ради одной. Ты выбрал одну возможность или пожертвовал другими, естественно. Но ведь каждый этот акт, да, какие-то определенные акты в этом... этого выбора могут оказаться потом, как в будущем, да, вдруг окажется, что ты зря их сделал, да, тебе
Ты мог, у тебя возникнет сожаление, но жизнь-то большая. Зря-то, почему зря? А возможностей не так много, как кажется, на самом деле. Возможностей не бесконечное количество. Ты можешь, у тебя достаточно большая жизнь, и ты за 80 лет можешь испробовать, ну, фактически все, что только вот можно в этой жизни использовать. Мы испробуем, все можно испробовать. Ты можешь по одному пути пойти, по другому, по третьему, по четвертому. Ты можешь, ну, все испытать. Как правило, испытывают уже к 10 годам все. Да, вот видишь, сам... Правильно. И поэтому вопрос, когда о выборе, всегда ставится так, что когда ты уже, у тебя есть богатый опыт, и ты испытал всего много, ты уже можешь в этом многообразии сориентироваться и уже выбрать то, что тебе ближе, как бы, к тебе, да, то, что ты считаешь правильным. А потом в процессе, как бы, уже движения в этом углубленном направлении, да, ты уже, у тебя будет горизонт меняться, поскольку когда человек движется, у него каждый раз меняется горизонт. И, соответственно, цель уточняться будет, да, а может быть, корректироваться. Понятно, это все понятно. Вопрос... Это как по дороге едешь, вдруг поворот туда, там, горка там. Потом заключается, что чтобы человек, какой бы человек, что бы не выбрал, по большому счету, поскольку мы все одинаковые люди, то... Одинаково. Конечно. Дважды два, четыре. Вот то, что сейчас ты хочешь высказать... Ты нас с собой не... Что какой бы путь не выбрал, там, 5 миллиардов человек, все выбирают, там, не знаю, какой-то путь и так далее, то конечная цель-то, в принципе, по большому счету одинаковая. Все хотят понять, не знаю, тот же смысл жизни, или, там, не знаю, там, понять Бога, или что-то еще. То есть, ну, как какие-то принципиальные вещи, ну, которые для всех что-то одинаковые. Еще. У всех что-то еще, понимаешь, у каждого. Нет, что-то еще. Нет, не что-то еще я имел в виду, а вообще говоря, у всех одинаковая конечная цель. То есть умереть, да? Нет, не умереть. Умереть это лишь чисто практическая вещь, как, не знаю, там... ограниченное время существования там, да, конкретной вещи, как формы, а не как сущности. Тут, знаешь, если бы все люди были одинаковы, то жили бы и выбирали бы все люди одинаковые, но так не происходит. Так не важно, что люди выбирают. Для всех 2-2-4. Что он хочет сказать? Он хочет сказать, что все выборы одинаковые с точки зрения выборов. То есть, как, что бы ты ни выбрал, будь ты бомжом или ты там ученый, там, на самом деле, выборы, мол, одинаковые. Он считает, что они как бы одинаково значимы. Ну, да. Равнозначность не значит, что они одинаковые. Я как раз настаиваю, что не так. Нет. Если бы такие выборы были бы равнозначными, ну тогда зачем тогда страдать, зачем активную жизнь вести? Отвлекую. Оправдать свой выбор нужно. Да нет, вопрос в том состоит на самом деле, что как раз оттуда возникает иерархия смыслов. Оттуда, чем больше ты вкладываешь усилий, тем больше этот смысл становится, ну, как бы более высоким. Ну, естественно, потому что больше денег ты, чем за большую сумму ты покупаешь машину, тем она тебе дороже. Ну правильно, да. Ну, можно и так. Но от этого она не становится, так сказать, другой машиной. Нет, другой машиной. За миллиард долларов она такая же машина, как машина за 100 рублей. Тем не менее, как бы мы все-таки понимаем на самом деле, такие что. Такие все-таки не бывает. Нет. Мы понимаем прекрасно, что как бы если мы усилия во что-то вкладываем, да, мы сами изменяемся, и вот это вот все оценивается нашими усилиями. И мы на самом деле. Как бы понимаем прекрасно, что быть вот просто пассивным человеком, там, условно говоря, там, просто лечь, да, и ничего не делать, как бы менее достойно, чем быть человеком, который сам себе сделал, да, который вложил в себя много что, да, и кем-то стал. И все-таки здесь неравнозначная ситуация, как ты хочешь показать, неравнозначная. Все оценивается, ты выразил это через деньги, а можно сказать через усилия, да, потому что... Ну, не важно, да, усилия нужно быть... Все-таки все, принципиально. Да, равнозначности здесь нет. Это вот надо понимать, на самом деле, да, и поэтому... Я говорю всегда про хозяйство, да, потому что если бы это было равнозначно, зачем хозяйство вести, там, мучиться? Ну вот непонятно почему. Мне кажется, что это лишь разница, нет, что вот человек, который лежит и ничего не делает, и человек, который там бегает, прыгает, что-то делает... Я же критерии указываю, что усилия... Ну а каким образом усилия связаны со значимостью? Усилия — это, вообще говоря, отдельная вещь, а значимость — это значимость. Не, ну как сказать, если... Понятие значимости. Если ты вкладываешь усилия... Либо мы определяем, изначально значимость определяем как количество усилий, тогда это понятно. Это просто тавтология. Нет. Мы определяем тем способом, что когда мы усилия прилагаем, мы преодолеваем... Откуда усилия-то взялись? Не просто так сидишь и напрягаешься. Усилия прилагаем, потому что преодолеваем некоторого рода препятствия. Это означает, на самом деле, что мы куда-то идем, движемся, да, и то, куда мы движемся, на самом деле, туда не могут другие люди прийти тоже... просто свалившись с неба, ему тоже, чтобы туда прийти, да, ему тоже придется эти усилия преодолеть. Моцарт и Сальери, пожалуйста, Моцарт, не напрягаясь, создавал шедевры,
Сальери работал всю жизнь. Отдельные, тем не менее. Да, есть отдельные рода люди, которым действительно даровано больше. Да, у них высокий старт, так называется. Допустим, когда родилось два человека, один родился там. Во-первых, он природно может быть более одаренным, а во-вторых, он, допустим, родился в семье богатых родителей. А другой, допустим, менее одаренный, да, там меньше ума, но родился, если родился в семье бедных родителей. У них разный старт. Понимаешь, и поэтому я и говорю, что об усилиях, да. И не абсолютная шкала, потому что если из-за того, что у них разный старт, они как бы достигнут определенного успеха, как бы, да, в разные моменты. А именно то, что тот, кто имеет меньше возможностей, как бы, вот он больше усилий прилагает и достигает определенного уровня, да, вот у него вот этот размах различия, ну, больше, чем у того, кто и так уже все имеет, да, ему там ничего не стоит, как ты говоришь, Моцарту, да, допустим, что-то создать гениальное, вот он раз там и создал. Именно поэтому Моцарта надо меньше в смысле оценивать, да, потому что усилия меньше вложены, чем того человека, который, допустим, огромным трудом это дается. Тут как бы просто... Потому что один человек получил это бесплатно, понимаешь? А другой человек как бы для этого приложил огромные свои... А зачем нам нужен-то Сальери, давайте расстреляем ее? Да почему здесь расстреляем? Ну, нам же нужен важный конечный результат. Мы же слушаем музыку, а не те усилия, которые затратил Сальери. Теперь ты отнесся к человеку... Усилия. Я понимаю, ты человеку пытаешься отнестись вовне. А как к самому-то человеку относиться? Сам человек, который движется. Сам к себе. Самому Сальери как быть? Понимаешь, проблема не в том, как мы оцениваем соотношение Моцарта и Сальери, а тому, как быть Сальери, который видит, что Моцарт, допустим, хотя это легенда на самом деле, да, там. Это важно, ему остается, что двигаться, либо остановиться, либо двигаться в том же направлении, в каком он двигался дальше. У меня другого выбора нет. Нет, я говорю, поставлена проблема. Одному от природы много дано, а другому от природы меньше дано, да, и это вроде как несправедливо, да, там. Вроде как, на самом деле. Но я говорю, что для самого человека, который созидает свой смысл и сам движется, да, на самом деле это не должно быть важным. Для него должно быть важным то, как он созидает, и вот этот разрыв, вот это вот его вложение в самого себя. Для него это должно быть важным. Для него, да. Для самого человека конкретно, да, конечно. Он считает, что он много работал, много старался, а его не оценили. Конечно, как же так? Жизнь его прошла бессмысленно, потому что какого-то выскочку какого-то оценили вдруг. Ну почему? Он же работал, старался, трудился, а ничего не создал при этом. Даже у Пушкина как бы. А пришел Сальери, Моцарт, раз, чик-пык и создал, и все. Где же справедливость, где же Бог-то, как говорится? Даже у Пушкина, если посмотреть, там есть такой литературовед Лурьев, который писал там про эти маленькие трагедии, в частности, про этого, про Моцарта и Сальери. Так вот, если посмотреть на окружение, как бы вот этого вот сюжета с Моцартом, там есть скупой рыцарь, там какой-то он хранит богатство, что-то чахнет, там есть что-то про командора, там. Там все время тема воздаяния, как бы за неправильный какой-то путь, вот, воздаяние. То командор пришел, то там что-то рыцарь, не помню, что с ним произошло. Так вот, и оказывается, если так вот присмотреться, смысл там в том, что Моцарт неправильно распоряжался своим даром. Вот как бы такой. Но это надо читать, в общем-то, литературоведу. Но вот он пишет, что если посмотреть в целом на маленькие трагедии, то становится ясно, что Пушкин вовсе не то хотел сказать, что все повторяют там бла-бла-бла. Я понимаю. Ну это крестьянство, на самом деле, морализаторство, то, что кому больше дано, с того больше спросится, а кому меньше дано, с того меньше спросится. Но вопрос, если мы, опять же, немножко в феноменологическом контексте это рассматриваем, а не берем какую-то аналогию, конечно же, христианской аналогии можно было бы так выразиться, то мы должны просто говорить о том, что мы не знаем, как распределены возможности. Ну вот одним больше дано, другим меньше дано. Ну что тут сделаешь? Поэтому не надо соизмерять возможности. Ты должен понимать, что у тебя вот был меньший старт, но ты достиг какого-то уровня. Это важнее.